ребята и их родители. Меня зовут Аня, и я работаю с детьми от 2,5 до 3,5 лет. И мы продолжаем изучать буквы английского алфавита. И сегодня мы изучаем букву Пи. И для этого я придумала проект под названием «Панда». Для этого проекта нам понадобится цветная бумага черного цвета, вот такая вот тарелочка из картона, вата, черный фломастер и клей. А сейчас я вам покажу, как сделать такую поделку. Я заранее приготовила вот такие вот детали. Это ушки панды, это будут глазки и носик. А теперь приступим. Мы берем вату, либо вот такие вот ватные помпоны. Я разрываю на маленькие кусочки и начинаю приклеивать к тарелке. Тарелку полностью смажу клеем. И кусочек за кусочком приклеиваю. Мы все знаем, что панда — это такой мишка. Он очень мягкий, пушистый, доброжелательный, очень симпатичный, хорошенький мишка. Поэтому мы тоже его сделаем мягким. Итак, я наклеила вату на нашу тарелку и уже начала оформлять глаза. Я наклеила темные кружочки, а теперь сами глазки. Вот такие вот глазки получились у нашей панды. А теперь приклею носик. Вот какой носик. Наша панда уже оживает. А теперь приклеим ушки. Раз ушко. Два ушка. Но нашей панде чего-то не хватает. Я думаю, что это ротик. Смотрите, я беру фломастер и начинаю рисовать. Вот так вот. Вот такой хорошенький мишка у нас получился.